У меня никнейм в Дисе показывает Пчелкин. А, они же зайти туда не могут. Ты их перекинь с пугов. Может, мы сами в пуги зайдем? Или да, или так. Там они в пугах сидят, они же зайти сюда не могут. Блин. Что-то в чат не говоришь. Так, а мы еще в три танка пойдем? Нет. Мидвей в этом. Да. А, тогда на танкер будет просто раздавать. Лавлю по всем кулаки, я по всем каски. Челки на МП5, все. Остальные могут ни хрена не бафать. Так, разбафали. Поставьте шкаф, Локи. Ну, думчик подлетел, давай шкаф. Блять, чё ты не спекнулся, то в ДД, алё. Так не надо бить вот хрень какую-то. Тыкаем, сумоним, кого сумон плюс чат. У меня чата нету, сумманите. А, сейчас. Нужно так писать. Там просит перекинуть. Кто? В чате, он макрекер, он в пугах сидит. Начинает подбешивать тут. На создаете этот постоянно всяких разных ников, а потом хрен на поймешь. Фреш фиш, тебя взломали. Я знаю. Я даже знаю, кто сломал. Так, еще кто-то в пугах сидит. Микстурка, ты сейчас на фреш-фиш сидишь, да? Да, пиши, я читаю. А то я, может, не тебе пишу вообще. Так, еще кто-то в пугах реально сидит, да? Питченко, Макс какой-то. Кто не... А кто в Дисе? Ничего никто не жмет вообще. Ничего не жать? Ничего не жмет. Не, медведь не лагает. Это у тебя проблема. Плюс в чат. Клыкач плюс в чат. Пес плюс в чат. Хожу налево плюс в чат. Ваулит плюс в чат. Дайгрин плюс в чат. Меня слышно? Да, слышно. Ваулит это что-то я не вижу. Вальтера называешь? С третьей группы? Да. Ну это я в 10 еще. Хожу налево плюс в чат. Дайгрин плюс оно. Я вижу. Пес тут. Еще раз повторяю для всех, кто в Дисе не жмете ни да, ни нет. Просто... У меня автоприем стоит. Это упса, я понял.
А что, мы вычисляем кого-то или что? Да, я просто сейчас нахер кикнул. Нихуя ты прошаренный, автоприём стоит. Клыкач, вот эта штука не выскакивает. Клыкач плюс в чат. Хожу налево, плюс в чат. Да, Игрин тут? Да, он тут. Турбо тут. Желание в правый верхний угол посмотреть. На прок трени. Секси кулдаун. Вип, как говорит Томми Ван. А что там на каждый прок? Он же на трине просит. На две трини настроить и все. Лукач написал то, что у него обновляется Дискорд. Так можно, наверное, в этот написать об этом в гильдию, в рейд-чат. О, Ляночка выходит. О, а я в ШП. Верни ханта. А, она ШП. Все, понял. Могут присунуть. Не маленький. У нас локи есть? Есть. Я туда залезем. Надо его за банками письмо эти в целках ходят? Нет. Тёма, ты не в курсе? Этот что, нуб играет без макросов, что ли, вообще? Я ничего не пойму. Наверное. Не знаю. Какой нуб? Боже. Если ты про меня, то я играю без макросов. У него ни одного даже бинда нет, а не один есть. Совсем без максов играешь? Яночка в дисе. Царь. А? А там макрос на беспрерывную пытку. Нет, она не нужна. Ну, просто я вот так вот, не знаю, как на пытку обычно. Ну, молодец, я тебя поздравляю. Спасибо. Надо отслеживать, потому что ты можешь просрать прок трини, вместо того, чтобы под конец прока апдот сделать, ты под макросом уже можешь это долбануть. А доты запоминают текущие СПД при наверх. А в чем? А как макрос мешает доту накинуть? Вот смотри, ты прожал макрос. Ты следующий скилл не кастанешь, пока у тебя пытается. Нет, ты знаешь, как работает макрос на непрерывную. Макрос работает, если у тебя сейчас кастуется пытка разума, то еще раз она не кастанет. Ты можешь любой другой скилл нажать без проблем. Какой здесь угодно. Дает обмен, получается. Не знаю, вот меня отслеживают легко. Ну вот так это работает. Скорость. Я скорость. Я и на варе без макросов играл. Теперь мой кумир. Если у тебя хороший ГПМ и ты можешь следить, то зачем тебе макросы нужны? Ой, не ГПМ, а АПМ. Короче, нажатие клавиш секунд. Ну ты понял, короче.
Это не Dota 1. Не, не те, да, ага. Сумонть. Мне можно, пожалуйста, на хосту и побольше. Да на СПД у меня есть. Добавь еще, скажи. Ты мне лучше на хосту одну дай. Вальтер, покажи лох. У звезды фласки. На выбор или сопроты даешь? Какие сопроты, сок? Сопроты здесь не нужны. Кликать. Не знаю, на синдру. Ну вот сейчас вот на синдру. Мало ли заранее, что потом не давал. Дают такие, как я... Сопроты никому, кроме танков на синдре. Все. Калинкан Лубрейд. Дают такие и дают на П и на СПД. Дальше обмен даем. Шамаха в Дисе, Ляночка в Дисе. Блин, там Брит подошел. Тем тоже подходить? Как-то... Перекинь Шамаху из этого, из пугов. Тёма, если Эрдру будет на замене, мы же ему дадим ЕП в конце рейда. А чё, замен ЕП отобрали? Ляночка тут. Чё, кому нужны фласки, здесь где обмен даем? Репотами. Припот давать на хосты или нет? Да нет. Прожимай, чтобы агро набор был больше. Хорошо. Всем привет. Здорово. Ну что у вас там? Что там, Алиса? Кипишует? Алиса любит всех. Ганочка здесь? Только что зашла. Перекинь ее. Где? Это, только не кричи сильно, что я тебе в личку написал. Ну, показала сообщение, что она в дите авторизировалась. Сейчас, по идее, должна где-то появиться в канале. Надо ей написать, чтобы она в куке нажала. Быстро. Припорьте, она несокрушимость на... А. Поставь ГБ. Бля, чё этот Сирус всё время что-то качает? Заеба. Обмен. Сейчас. Всё, она зашла, перекидывай. Так, состав рейд нормальный. Так, еще раз. Обмен даем, быстрее получаем фласки. Я тут. А можно еще одну на хосту? Таблеток от жадности побольше, побольше. Да, да? Нет, они у меня заканчиваются. Купи на аукционе, царь, они стоят мало. Да у меня денег голду нет, убери. Я все на фалерольке. Голду убери. Быстрее. Еще кому нужны фласки, звезде с припотами. Обмен кидаем быстрее. У вас одна минута. А на МП есть фласки? Есть один стак. О, сейчас дам. Спасибо. Что, у нас ни одного ханта нету? Не надо. Соответственно, танчит у нас Войт Бист и Макрякер. Мишка МТ, ОТ Паладин. По бафу Макрякер Прота, я Каски, Валтер, Плаке, Пчелкин МП5. Остальные палы нихрена не бафы.
фулбаф раздали. Для тех, кто новенький в гильдии, соответственно, кто с нами первый раз идет. Боешки целкашные уходят в ГБ. Надеюсь, понятно. По токенам один за рейд. Если никому не надо, соответственно, забрать можете второй. Чек на готовность. Это самое, Тёма, смотри, там такая ситуация. Друид Тиджи может пойти в рейд, ему приодеть, у него основной этот хил. Випка может на замене посидеть. Они договорились между собой, но он просто пришел в рейд. Он хорошо. Многие дела отменил там. Хорошо, все, я его взял. Випка, давай на замену или нет? Шкаф поставили, сумоним. Хотя вы по хилу справите. Нормально. Справится. 243, 230 хилы. Справится. 252 холи пал. 265 ршам. 259 холи прист. Этого достаточно. Это я. Да. Как всегда, меня спекнут, да. Виби тогда в этот вдал, ага, отлично. Сумоним этого, друида, друид, давай обмен. Он в дисе. Тиджи. Дисе? Да, приветствую в дисе. Обмен. Я тебе даю, фласки дал. Я, это, Рога, на мутика паролю мейнспеком. Я не буду себя на спеком. Так. Чек на готовность. Готовы? Хилы. Кровосен в дисе нет? Пошли бить. Пас легендарный кровосен. Блять. Ах, блян. Мой косяк. Чего тут не вырываетесь, карики? Да я праведный мистерсу не вырубил. Запоминаем сразу. Пошли в рейд, сразу в дип заходим. Кто умер, встали, побежали. На пулы в Void Beast и в Макряк. Один за гром. Пройдите во вход, иначе так и будем здесь скелетов бить до посинения. Стой, Войд. Блять. Ну, аккуратно, Войд, не торопись никогда. Войда прохил быстро. По паукам в приоритете играем. Оперативней. Уж вы их сведете вместе. Макрякер большого забрал. Все остальные по маленьким бьет. Отверни его, Трейден. Играет по маленьким все. Войда прохил. Дизарм, да. Видите какую-то кап? Втроем побежали дальше. Если вы умерли, вам репа не идет, сразу говорю.
Впереди вроде чисто этих можно забирать. Поножи на базу. Я извиняюсь, прослушал по луту просто, что там где-то на плейне. Что можно, что не делать. Боешки, ЦЛКшные идут в ГБ. А ЦЛКшные? Которые не с боссов? 264, с боссов также идут в ГБ. Вы все, ловушки в ГБ, может это половину паука. Получи фласкер, друист, ты только что попал. Да, уже выдали. Иди, агривойд я снял. Ману, залетайся. Вальтер ушел на перезарядку. Мак, может столик поставить? Пацаны, договоримся. Перед боссом поставь. Рыбу поставил, джипс справа не поставлю. Если есть джипс справа, поставьте. А турбо такой, пацаны, договоримся. Ну нет, инженерки. Джипса вам поставили, чинитесь. Сразу эти, как его, бафы забирайте. То есть риги на баф. Стоим под боссом. Если кто не знает тактику. Приоритет ШП. Идем по ИПГП лутмастеру. Чек на готовность. ПГП не скачиваю. Ничего. Если будешь говорить, какой шмот нужен, я буду смотреть ПР, буду выдавать шмот. Там ноль ПР. Так, все готовы. Отчет на пол. На пол мишку. Жесткий на пол. Блять, у нас один на пульчик. Леру. По шпам. Сейчас сальву дам пойдем. Блять, не то. Дал. Шпам. Челкин, по турбойсу дай сальву. Еще раз. По турбойсу сальву. Сейчас. Вихрь, Ринджу набрали. Макрякер, давай прожимку. Кого аура защиты от огня? Плюс чат.
У меня Вальтер. На следующем этом вихре дадим мастера. За спину, быстро. Противник. По шипам оперативно. Так, это кто там вышел? Разбили шип. Вихрь, даем все этот мастера. Вот кровосей, не выбегай раньше времени. Пан, есть этот, как его, осколков нету? Нет. Пояс ролим. Осколок есть? Нету? Да? Нет? Нету. Ага, все понял. Так. Дагер 264 с духом. О, а Тиджи надо? Нет. Нормально тема. Тиджи такой нужен или нет? Да конечно, у него хуже. Вообще да, я просто не совсем помню, как система эта работает, ЕПГ. Поэтому особо не мельчишу. Как ДКП? Да хрен его знает, давно это было, ребят. Че, если могу ролить, могу по... Ролл, пиши в чат. Да, не только тебе нужно. Зайди в Дискорд. И в Дискорде есть вкладочка «Что такое ЕПГП» в нашем канале. Добро, благодарю, попозже почитаю. Так, давай. Помой, ну ты... Эльрейш не надо? Не, да. У меня с геройка. Ну, травма, это понятное дело, но... Пока вдруг травма не упадет, ему нужно это. Травма падает, он может с локом поменяться. Ой, тяни, помощник. По черепу только РДД. Макрякер, отходи. Отходи, лови других, иначе шотнитесь. Не подходи близко, фрейм у них большой. Второго помощника зацепи. По РТД по помощнику. Паладин какой-нибудь стан по черепу дайте. Быстрее. Станы по черепу. Посиксили. Остальных бьем. Блять, группа. Группа. Фрейм у мобов большой, так что не надо слишком близко к ним подходить. Моб для миник. Для нашего господина нет ничего невозможного. Колокол можете ролить все. Кушаком. А тут квест будет какой-нибудь? Будет.
Мой, тащи череп. По черепу, да-да. Привет, забирай макрякер. Милики по кресту пока играем. Дальше, РДД по черепу. Макрякер другого может забрать. Мы по нему сыграем, отводи тут. Угу, отлично. Забирай. Крекер, забирай. Отходи. Леди, проверю, есть ли у меня в банке эти сапоги, я их помню, забирал их. Серебра какого-нибудь, да. Так, стоим. Я думал, поставил. Давайте сейчас распределю. Так, ой, ты будешь слева собирать. Макрекер будет справиться. Слышишь, активировал этого. Скажи мне, ты понял? Перса. Так что давай, если лут будет падать, который мне нужен, я тебе буду сразу подписать, чтоб отдавал. Без торга. Я не знаю, торговля работает, нет. Не активировал? Или что? Да нет. Да ну, я не заходил, я только пришел вот домой. Так, погоди. Лерей, ты по боссу не играешь? Так. Ой, точнее, по боссу играешь. Далин также по боссу играешь. Еще раз, чисто в босса играть? Да. Хорошо. Так. Вот у меня. Так, да. Далин и Эльрей играют чисто в босса. Остальные первая, третья играют слева, вторая, четвертая играют справа. Далее. Лу. Тянешь с лестницы моба налево. Вот забираю. Так. Да-да-да, пойду налево. Первая, третья играет слева, вторая, четвертая играет справа. Соответственно, по мобам без маны играет РДД, по мобам с маной играют милишники. Убили своих мобов, смотрим. Если надо помочь на другой стороне, соответственно, помогаем. Далее, если не надо, как его, идем бить босса. По этим, по контролю, будет контролиться три человека, соответственно, контроль раз даем. Сейчас защиту от темной магии все поснимали Престовскую. Так. Мы уже бабычка. Все равно поснимали. Понял. Соответственно, служу выбегаем. Чек на готовность. Тем, я там тебе написал, если что. Угу. Все готовы, чек на пол. Мой слева, слева. Агро. Так. Ничего, мы его убьем сейчас. Убили. Так. Маша, турбо бейт. Ляночку контролем. Далин, БР, пес. Та. Ребята, контролим. Нас сейчас шипешник убил просто в этот локо. Вы чё? Служи вышли.
Тиджей, бейришь Дайгрина. Бафы по ним раздали. Мобы 5 секунд. На центрального хрен забивай. По мобам играем. Контроль. Был. Бэйль, пана. Контроль 5 секунд. Ты не в силах. Контролим. Противиться моей воле. Молодцы. Сейчас кто с пушками был в контроле? Кончаем аддон с нашего текстового канала. ДБМ, который пушки вам снимет, когда вы в контроле будете, если сами не умеете это делать. А скилл будет сегодня или нет? Контроль. Меняйтесь танки на 4 стаков. Контролим. Драй. Дали поставить. На полного айда. Турбо сальво дал. Геру. Духов не ловим. От духов отходим. Валтерс, возьми Фрост Ауру. Контроль. Агро. Хорош царь. В смысле хорош царь? Если ты сдох от моего урона, то это максимум от приземлившейся бомбы. Это не я. Не забирай, когда я забираю. У тебя останется. Да, нечаянно, я понял, у меня ДБМ. Сложа. Контроль. Ты не в силах. Расконтролили. Кстати, спаду сразу пройти. Одесса. На третий спек не бегу к носовуху. Канает же, да? За фулл ГП. Так. Ну типа 10%. Тебе надо за 10%? Думает, да починили ачивку. Мне не надо. Себе отдать. Ну, носовую. Тебе надо? Нет, мне не надо. Если никому не надо. Спасибо. Плечо, ткань. Тоже третий спик. Пока ты 10 нет, не сыграл. Танка кольцо. А крякер надо? Ну, у меня 200... У меня этот... Боешный. Макрекер, потанчи, пока мы бог, сейчас я быстренько... Так. Смотрю в банке, чё. Квик,
Вику и Ваулету на Твич. Лови. Там нету ролла. Там ПР. Приоритет это ЕС. Было? Отколок не было? Не было. Как будет, скажи. Там чел перевал нас с Альянсом. Кого будет сдерживать орду. Нормально. Что угодно. Да, есть у меня, оказывается, эти ноги. Ноги я верну. Адан не стоит на банк? Хорошая вещь. Оказывается, что банки не курятся. Счастливого пути. Блешку где-то положено сейчас. Угу. Сейчас заходим на корабль, 4 плюса в пушке. Так, Джованни, Валтер, Уматума, Дайгер. И уже на корабле? Да, да, Дайгрин, да. Шкаф. Смотрите. Так, кому нужны были там на третий спек ботинки с ребра? Плюс чат. Никого котов нету. Ну, может, друиду. Тише. В смысле котов нет. Кот-то есть, но ему не надо. Шамаха, да? А на какой спек шаману эти тапки? На эльх. Ну, один ролик. То есть за 10% цены. Ну, ты забираешь, да, за 10%, я правильно понимаю? Теленканули тапки, шамаха, посмотри в рейд. Выбираешь обмен. Дай, пожалуйста, это везде. Сейчас. Я себе отниму тут. 412. Да, отнимай. Так, шамах. Шуки, отберите все. 41. Так, как его? Взяли джетпаки. Туда прыгает Войд? Или ты тут будешь? Нет. Да, туда попрыгает, попал нормально себе. Соответственно, прыгает Войд. Так, Рэй, можешь тут побыть, понапуливать. Так, далее, что там у нас? 4 плюса. Джованни, Валтер, Уматума, Дайгрин. Вы в пушках, остальные бьют. Чек на готовность. Рыбу поставил. Ну что, умирали люди. Рыбу кушаем. Не двое, я на 40 аспектность в ШП. Нет. Чего, не захилят? Так. Ну, все готовы, завожу. Есть аура на броню.
А, есть. А если тотем на броню поставить, они стакаются, да? Кто это там вдалеке? Нет. Ну, нет, не стакается. Стакается то, что лучше. Ну, то есть, подавляет меньше. Лерей, на макрякера здесь напугай, пожалуйста. Знаю, 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 не слышу. Не, я просто... Вдруг не услышу. Да не ешь, дися. Пан крикнул. Прыгнул, прыгнул. Прыгнули. На свой корабль. Прыгнули. На свой корабль. Всем, ты стоишь под ракетами. Из них можно убегать. Всем дахоу. Здорово. Прыгнули. Алиса в гивер будет. Ляпти отель. Что царь отец? Что такое? Никак. Лишний флот убрали, пожалуйста. Че вы где? Сколько? А чё так рано? На 7? На 18. На свой корабль. На свой корабль, быстро. Выгнали. Тёма, там Джованни выкинул, пусть кто-то в пушку сядет. Уже сел, уже сел. Заходишь, нет? Да, да, сейчас захожу. Вы мне? Нет. Раньше времени не прыгай. Прыгнули обратно. Молодцы. Медведь такой улетел. Покаяться. До свидания, мой ласковый Мишка. Хорош, тут все в огне. Ну что, вас укатило? Не открывайте сундук. О, я в воздух падаю, ё-моё. Сейчас умрёте, должны здесь появиться вроде. О, шкаф поставьте. Суманём шкаф поставьте. Мне показалось, там титановая жила где-то внизу.
Типа поманит. И их не войд быстрее. Ладно, заходи. У меня, короче, что-то не заходит, пишет, как интернету будто нет. Это дисковый сайт, походу. А ты попробуй без лаунчера зайти. Что, ты сейчас думал меня наебать, что ли? В смысле, чё? Всё, все здесь. Что, Алиса, ну вон, ты посмотри, её твинг в гильдии. А твинком она и не ревала. Ревала. Сумончик. Её добирались. Вот плюс в чат. Далее на сумоне. Пан Алиса. Смотри журнал, 4 часа назад. Пан Алиса звонит. Пан в степях пока что. Сумоньте. Void Frozen 4 часа назад понижает. Кумвев звони ему. Она не ревала не в гильдии. Хернёй не занимайтесь. Всё, засумонили вас? Да. Желание заходишь или нет? Далина. Сумоня Далина. И знакомый уже там. Ну. Ты такой думал, КРТ подошел, да? А, ссылка. Я не думал. Я должен был на 3 часа приехать, блядь. На автобус опоздал. Но... Короче, открываю. Пиздец. Пан, иди лутай, смотри, осколок есть, нет? Нету. Так, чуваки попиздовали, попиздовали. Надо сравнить пана и турбо. У турбо в каждом, с каждого босса. Пан невезучий. Топор нужен, у кого не стоит аддон, кому-то или нет? Ясно. Корабли, говорит, да? Пояс латы на холле пала. Беспонтовый. Башка, ткань. С духом. Давайте только быстрее. Никому не надо, но. У нас перекуры в ЦЛК бывают? Нет. После все ЦЛ... рабы. После ЦЛК перекуры бывают. Угу. Так, Джованни, пока рыб... этот этого без тебя, блин. Рыбу кушаем. Как думаешь, для чего Вов придумали? Чтобы бросали курить? 27. А, слышал, беда? Должны запретить вейп. Где-то слышал такую новость, что запрещает вейпы. Причина. Что-то пару человек умерло уже от вейпов. А от сигарет? Так же умирает, как и от сигарет. Бля, ребят, я слышал, короче, умереть вообще можно, правда говоря? Можно запретить жизнь. Шаман, да, за 27, а не за 82. Так, соответственно, ставлю добычу. Чек на готовность. Махать, за 27 гп могут отдать. Все готовы? Заложим. Вы это? Кто-то... А ты сейчас можешь, он пока запускается, час целый. Нормальные челики, там, Волтер, Медвей. У вас макрос есть вот этот? В него написать ник этого турбо. И чтоб кнопочку тыкнул, на него сразу дать спасибо. Я через хиллбот вешу. Кидайте там сами, то он мега крутой. На что макрос на салю? На скольких секундах на 20 надо пробивать? Тут с нуля, на нуле. Отчет я дам. Не, я такой добавим. На, скажите, когда сад. Нет, сад. Ты получаешь ГП, а не ИП. ИП ты получаешь за проход.
соотношение твоего ЕПГП, у тебя выскакивает ПР. Чем выше ПР, тем больше шансов, что ты заберешь шмотку. Ну-ка, блин, какие секунды? 5. Отчет. 3. На полного, да. Чё по гели? Макрекер, Агроат. Что ты делаешь, я не понимаю. Забирай. Там я руна. Ну, может Матова быть, ты не будешь таунт нажимать. По мобам. Все, кроме Галина и Эврея. Невосприимчивость к таунту, если что. Вот теперь нажми таунт. Тёма, заменишь меня, а то у меня интернет пропал, пиздец. Хорошо. Дима бомжей. Да. Собирает. Да, мне Адон показывает. Вода кара. По мобам. Забирай. Таун. Ты посмотри, урон по тебе проходит. А мне пишет, что на мне просто. Ну это мало ли что. Сейчас урон по мне проходит, и на мне руна. Забери босса. Помогал. Царь на хп, потом на маму. Да, да, да. Что это, да? Не надо, это нормально. Там метки вон нашла. Да фул рейд столб стоит, метки нашла. Набери босса, конечно. Подняли пану. Клинок. Мы похороним тебя как подобает. Рыцарь смерти. Разбойник Магдруид. А на ПГП? Напомните. Да.
чести. Маша, у тебя табличка не выскакивает? Жестоко не была битва. Ну, так ты жми, там... А что сделать, чтобы, ну, табличка не выскакивает? Это значит, что не можешь рулить эту вещь. Так. У меня вообще не выскакивало, когда ИК это там каскашая была. Надо скачать. Я скачал. 5.5.13 у меня версия стоит. Танка шея там не падал. Там было, падал танка кольцо. Ну, танка кольцо, значит, ну, не выскакивало его. Это кто говорит? Пёс? Вар. Я скачал ЕПГП уже и поставил его. Пёс говорит? Да. Меня пишет, что у тебя не установлен. У тебя либо версия другая, либо ты так. Сам лутмастер не скачал. Так. А, всё, понял. 6. 8. Ну так подожди, ЕПГП лутмастер. Воин, охотник, шаман. Значит, не той версии скачан. А какая у вас версия стоит? По какой вы пользуетесь? 5.5.19. А, 5.5.19, у меня 5.5.13. Так, у меня 0.4.7. Так. У тебя Пан, тебе печенька не нужна? Пану нет. Травленный клинок рулим. На чем куквест? Клинок нужен одноручный, что ли? Квик. Токен, ты в приоритете там не был. 82. Просто в открытом заходите. Заходим, тупешимся. Быстрее только. Делайте все это. А у меня тоже что-то ЕП неактивно. Там 200 ИП не хватает вроде. Почему? Че, мастер с нами идет? Надо его присумонить тогда. Да, сумоните. Надо, это я третий раз от Алика вдох уже. Пан, ты осколок посмотрел? Так, вы убили Валькирию, не торопись, вы. Валькирию быстро убили. Забирайте остальной трэш. А кто умер? Трэш. Информация о смерти недоступна. Вторая валькирия. Валькирия, играем. Блин, вот бы мне так часто звонили, я вот даже завидую. Ему Путин звонит, что-то ебал. Ну, по-любому. Каждые 5 минут кто-то набирает. Да, Алиса в любви признавается. Да-да, именно признавается. Признавается. Раздевается. Сейчас у гуманитариев приступ начнется. Конвульсии. Крякер, ты тут? Да. Кто тебя учил так танчить? А что не так? Ты можешь себе найти цель, не мою? Не точить так, моба, Пчелкин, погоди. Пчелкин. Тебе надо на 5 минут отойти? Да, мне надо бежать и вернуться. Давай, шуби. Пока дохлый валяюсь тоже 5 минут буквально до ключа отдать. Диспел быстрее. Спасибо. Хабуется.
сейчас прошибем. Дали птичка. Блин. У тебя что там, неистовство? У кого? Неистовством я бы с первой боли сорвал бы. Давайте с ума не... Стой, не агрю. Порезаться ли? Шкаф поставь. Блядь. У меня спеки слетели нахуй каким-то образом. Я шмотки в стирку пока кину. Пошли. Дайте, дайте, пожалуйста, до мобов. Винтовку на базу. Превращение. Вот как я выбираю маленького. О, ешь. Винтовку там у кого? Точно не у меня.